Всем привет! Мы в Кабардино Балкарии. Приехали на Голубые озера. Посмотрите. Это очень интересное место. Находится в ущелье, я не помню, как называется. Дим, как называется? Черекское. Черекское ущелье. Вот здесь вот находится около 5 озер, наверное, да? Да. Да, вот тут вот есть информация об этих озерах. Одно из них имеет глубину 360 метров, 5 метров, как количество дней в году. 365 метров, представляете? Пойдемте посмотрим. У него температура зимой и летом всегда плюс 9 градусов. Представляете, треть километра глубина. Пойдемте посмотрим. Оно не такое большое по диаметру. Не знаю, метров 100 на 100, в глубину треть километра. Здесь вот аквалангисты заряжают баллоны. Готовятся к погружению. Конечно, в живописном месте расположено. Здесь находятся одни из самых больших вершин Кавказа. Высота каждая около 5000 метров над уровнем моря. Летом, наверное, тут вообще аншлаг, куча народа. Все хотят погулять, поплавать. Пойдемте дальше. А сегодня здесь плюс 15 градусов и очень теплая погода, да, замечательно. А через неделю зима. Да. Декабрь. Марьянке куртку одели для успокоения бабушек. А так тут не холодно. Да, Марьянка? И шапочка, да? Шапочка, шапочка. Это как в кармане. Пойдемте в беседочку посмотрим. Ага, беседочка закрыта. Ну так. Ага, можно посмотреть, даже как вода какая. Серьезно. Прозрачная. Даже не мутная и не грязная. Это удивительно. Да, вот здесь. Да. Ладно. До встречи всем.